как бы нагибал все-таки. То есть это... Конечно. Ну, как бы нагибал, но на самом деле капитан. Че, она у меня 2400. О, нифига себе. Да ты, наверное, насосал. Ты че? Пати, наверное, играл. Ну, да. Да, насосал. Нет? Соло? Слушайте, а зачем тогда ее вообще меняли, апали? Надо было там написать просто, мы там добавили одно повреждение с руки. Все такие пошли тестить и такие, о, прикольный герой. Мне просто кажется, некоторым героям не играть, потому что просто не играют. Лично мое ощущение. А куда мне вот сначала пойти, как вы думаете, какой пак сожрать? Иди на базу. Не проблема. Так, а что он сейчас флаг заберет? Чё? Солдаты вступают в бой. Солдафоны в бою. Блин, раньше надо это делать, Рев. Хоть время ты вообще не смотришь. Да нормально я там, блин, стоял. Я бы её забрал, дотикнул пораньше. Так, у них есть тень. Бля, ты сейчас удивишься, но она фловая придет. И что? Не проблема. Я бы тебе не фловая с вот. Флагом, блин. Блин, я бы тебе не сказал, ты выслал стоял с пол хп, блин, ракан. И она бы никуда не ушла. Угу, не ушла бы. Ну давай, топор, ну хорош. Я тебя для чего учил-то? О, пока не пожалуешься, не начнет работать. Что за бред? Я найти. Блин, еще силовая, мега гизис. Че, она тебя дамажит-то? Меня с ульты будут звать. Фити, давай подходи уже к ней. Чего с ультой? Я не понял, что с ультой? Она с кругами у тебя. Как я что с ней сделаю вообще? Я на меня с ульты будет забирать. Ну, так ты это поменяйся с принцем. А что ты сегодня какие-то вы не в адеквате? С принцем не хочешь поменяться? Чего не меняться? Ну вот, мне тут кто-то пак сожрал. Следи за руками. Не проблема. Рыбок. Вот если кто-нибудь подойдет, мы заберем доктрину. Оп! Да, как я сделал мастерски. Иногда случается невозможное. А, замедло только наверху. Я, там и победа. Я, конечно, попытаюсь, Дим. Откуда мне прям с тебя зайти? Да как хочешь. Ну и как? Будем забирать. Она еще ТП и все, до свидания. До свидания, Волж. Ну и чё? Бить. Ну, зайди с нижней стороны, ладно? Ну а чё так? Я хотел отсюда. Блин, я так квест не сделаю. Я сделаю. Вот ты Бока хочешь, она фул хп восстановит. Ну конечно. Может, не восстановит. Да она блинкнется и все, если чё. Ну и чё, где я? Что я делаю? Доехать. Сейчас все будет, Витя. Такое ощущение, что тень меня уже. Да, сейчас выйдет. Витя, на меде такая вкусняшка. Это она на базу снулась. Ну, ты долго ходишь, конечно. Чё. Да не я долго хожу, тень меня парит, скорее всего. ТПшится. Какая тень? У них нету тени. Нету? Нету. Где ты ходишь? Где ты ходишь? Ну вот, я сейчас сдохну. Спасибо. Не должен быть щитом вроде. Нет, сдох. Молодцы, а вы ее не убили, о, жесть. Пошел, блин, помог. Ну так ты как-то рано начал, я еще штуку прилетел. Ну, начинаются отговорки. Рано начал. Блин, вот ходил бы по лесу и фармил бы, но все равно ничего полезного вообще вам сейчас не сделать. Нет, нафиг надо какую-то херню сморозить. Флаг, под вышку, ты ж тебя не звал. Это ж Витя. Все, отстаньте от меня.
качайте сами, убивайте. Вот. Ну, здесь вкусняшка, там вкусняшка, блин, простоял минуту, ни хрена ничего не произошло. А потом, чё тебя так легко убивают? Ты же нага. О, у меня недолго стал жить, кстати. Он будет звук идет, да. Золотой мастер. Не, все, я жив. Отменил. Кровожопость брать. Не проблема. Он, кстати, в нашем лесу может быть. Мэйдзуха. Может. Как? Он там с нашего леса и начинал, на самом деле. Все, на 9-е. 844. Так, на вообще не проседать по хп, короче. И Мэйдзуха где-то рядом, походу. В нашем лесу, да. А, свинвиза. Ну я выжил, ха-ха-ха, значит без ульты. Золотой мастер. Вода. Что-то, короче, вообще все грустно. Ну да, я что-то не кручусь почему-то. Я вообще. Блин, вообще. Опять выжил. И вот без маны. Ух, села ульту. Тараза. В общем, я так понимаю, мы с Мэйдзином разменялись лесами. Слушай, я походу дотикаю сейчас. Или нет? Мэйдзуха здесь сверху. Точняк, меняемся лесами мы с ним. Я на базу и притпшусь, если ты выживешь. Огоня! Может, двойной ударчик замучу? Может быть. Может, не замучу. Всем придет. Слишком долго. Меня заглочили. Замедли. Медлю. Шел. Ладно. Я пойду смотреть, что там от леса осталось. Слишком дерзнули на меня, еще так заходить глупо. Ну нафиг. Блин, чуть-чуть бы раньше сказал ТП. Не проблема. И что-то сижу там леса чищу, а тебя тут красота. О, нет, что-то пак стоит. Неужели он стоял просто в лесу и не собирал его? Ой, глупости делаю. Ой, какие глупости делаю. Беги, Дима. Куда-нибудь, так я что-нибудь. Кинжал и ультанул. А у меня ульта не апнута. Их ты. Ну, ракан вообще. Ну, получилось, сам признаю. Так, ладно, кажется, я поправил свое положение бедственное. Чуть-чуть появился у меня хоть кач. Золотой мастер. РФ 9. Че, пойдем убивать этого баюна? Надо рефу помогать. Уже там. Рефу? Ну, конечно, мы убиваем баюна, у рефа прибавляется уровень. Разве не все так это работает? Я немножко не могу на него ведь прийти. Меня тут фу, я его очень долго его убью. Кто-нибудь все-таки подойдет? Вот он. Сейчас подойдет кто-нибудь из врагов. Мэйдзуха, блин, подошел. Да. О, папа тащит. Дим, смотри, Мэйдзуха. Я голый. Нет, я сейчас только что.
Блин, кот отрезался. Бимый духа. Да уже ушел. Я пол хп коту сбил. А мой Дим пришел, все испортил. Следи за руками. Я бегу. Видите? А я убегаю, а знаешь. Во-во. Я выживу, бегу, не? Витя, Витя, бегу. Да чё бегу, у меня жизни нет, ничего вообще, не ульты. Мейт под мощью, Дим. А, не бегу. Я еле убежал оттуда. Я хоть полечу чуть-чуть, попробую. Принц пришел в небизи и ушел. Странный принц. Хорош. Это цветок. Почему криты-то не проходят? А что за шляпа-то? Блин. Бывает, бывает. Я помню, у меня маска там 45% крита, блин. Три кинжала подряд, блин, нахрен. Идут без крита. О, смотри, Мэйдзух палит. Че, никто не хочет дойти? Хочу. Убить? Не-не, я так о своем. Кота, наверное. Да. Нет, баба конь здесь ходит. Баба конь только не баб. Баба конь. Да ладно. Не могут на минуту. Они забрали ее, смотри. Они 10 и 14 забрали 17. Нормально парни рубят. Бабаконь какая-то. Что хочет. Угага. Давай убьем ее, а? Я ульта. Ну ладно, зато ульту слили. Блин, был бы дот, ее бы слили. Ну ладно. Что у меня вон лес резнулся весь. Убьет. Диму, 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 ты что творишь? Или убьет. Дима шалит. Бабаконь летал. Ну там и дух еще остался. Тихо, тихо, тихо. Ловите, ловите, ловите. Какую ловите? Ты чего? У меня ульты не было. Убью всех. Дима, хотел. Дима, беги. Дима, беги. Син, беги. Син не уйдет. Дима, в баба коня надо было, ну что ты творишь? Блин. Все, Дима ушел. Все, я сдох. Сдох, Дима, сдох. Теоретически вы должны всех наказать уже там. Да чем? Вот баба коня вот убил бы, было бы намного легче, на самом деле. Она их хилит. Ух ты! Блин, я почему-то думаю, что это тень постоянно. Если написано тень, значит тень. Я даже и не задумываюсь о том, что это может быть доктрина. Что написано? Да она и выглядит как тень. Все, баба конь, до свидания, делаю. Давай, 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 меча, меча, он безультовый. Господи, ты как так не дотянулся до него, Рев? Да вот, а кого меня еще приняли сзади двое. Я там кого убить-то? Ну вот тут. Хорош, хорош там прыгать. Давайте, на лайны. Надо квест делать. Кстати, да, что-то 5 флагов надо им забыть. Месть. Я вон даже крипов пошел бить. С этим я справлюсь, игра. Ой-ой, меня крипы лупят. Башня. Дима, беги! Да Диму-то все уже ушел. Страхи причем. Рэф, я тебе помог, я фью чпокнул. Молодец, я уже даже чпокнул. Как тебе, понравилось? Да я коня чпокнул, и чё? Рев, ты с такими подробностями давай.
Не надо. Одно дело фея, ну блин, коня. Слушай, Бувина так ни разу и не убили, он вообще падает. И феи, как бы, это подозрительно. Не, ну фея хотя бы, ну, не знаю. Хоть как-то вписывается. На что она там вписывается? Восьмой код, блин, ну давайте убьем. Ладно, я соло уже заберу сейчас. Все. Обнову нашел. Держись, боец. Кто-нибудь. Че ты как-то слишком по фану играю, вам не кажется? Зачем я взял обнову и пошел в лес? Что я за лось? Зачем ты ее вообще взял? Ты чё, да делаешь? Потому что ты далеко был. А там кто-нибудь состилил бы ее. Полметра. Полметра. Во-во-во, фейка. Рев, давай, мочи. Ну нет, ничего будет, все в КД. Все в КД, отлично. Я вообще флаги тут пытаюсь поднять, опустить там. Ты лучше фею опускай, чем флаги. Да нафиг мне эта фея. Давай я в тебя вселюсь, и мы дадим что-то. Нормально дали. Только меня увези, а то мне бобову. Я хочу поднять твой флаг, но мне не получается. Там прям свалится. Слушай, да мы доминируем. Надо уже квест делать. Конечно, реально. Счет-то мы видели, нет, доминируем. Да мы доминируем, не ты. А, да. Слушайте, а лесная чуть считается за крипов? Или надо реально 50 обычных крипов валить? Мне надо срочно... Там... До свидания, мы один. Сейчас будет ульта. От доктора, да? Нет? Оно меня вселилось. Мы это убили что-то. Мастерский контроль. Мой флаг. Череда побед. Мой флаг за флагом гонится. Блин, ну они еще и троечком гоняют. Наводим. Базу что ли снесем? Ой. Нападай. Рев, от тебе? Чё? Про фикси рассказывают. Не знаю. Наверное. Я к вам. Бежать. Уж ты там бегай, пока я буду башню бить. Спасибо, сейчас меня убьют. Ну, я ж тут сейчас при чем? Сдохну. Давай, давай, давай. Мы тут пока убьем их всех. В смысле, все башни убьем. А че-то меня там все убивали. Я зато похилился. Пом-пом. Дима, Дима, беги, 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 беги. Успел. Ой! Я не успел флаг сбить, блин, гадство. Всех сломанул и бежал. Ну вообще огонь. Там мощь типа. Она меня задолбала. А я сделал уже про крипов фигню. Как узнать, была у меня ачивка или нет? Я сам не знаю. Должна же ачивка выскочить, это типа убить скрипов, как там его. Не, убить мастерство. Мастерство все на лайне стояния. Мастерство лайна. Да. Чё-то я тупанул.
О, Мидзуха, братан, ходит. Погоня! Слушай, у них меч. Пикси здесь. Че они здесь нюхают? О, снят флаг, поднят флаг. Блин, я хоть тапки выучил. Там пока я к вам заезжаю. Там меч к вам еще едет. Блин, как это так получилось? Ой, бежим, Дима. Дима, едем отсюда нафиг. Я быстрая нага, я самая быстрая нага в мире. О-хо-хо-хо, как я тебя напарил, Фикси. Дима, там Фикси, что ты творишь? Их там до хрена, вон, смотри, вагоном. Текаем! Я текаю. Голда наша. Так, они бою набили. Не все пошли. Не. Они голду нашу фармят. Срани. Вот они уцели. Может подойдешь? Я вышку бью. Он квест делает, погоди. Они только теперь буйна начали бить, прикинь. В принципе, с одного плевка кого-нибудь заберу. Да ладно, ладно, подожди, давай квест поделаем. О, мастерство боя я сделал. Давай в тебя вселяю еще бьем кого-нибудь. Не меня только. Ну, я их растягиваю. Я растянули. Били. Кого бы забрать? Я меча замедлил. Ну, мы будем врываться, нет? Я сейчас умру. Сейчас умру, у меня доктор утонет. Не утонуло, надо же. Чё я такой медленный-то? Тень. Фикса села. Вот, помоги. Как я удачно ему отхил-то порезал. Нет, духнет, да? Забрали, да? Нет? Ты жив? Я думаю, ненадолго. Не, ну конь меня не убьет. Конь вообще злой. Конь очень злой. А я не знаю, как он, чем он пытался меня убить, у меня 109% защиты тела. Он меня вообще не дамажит. Наверное, бессмертие все-таки выше. Вкусняшка. Какая-то. Я даже ульту не заюзал. Стрёмно. Дайте пойду мне. Чат почитаю. Нага чит резать. Ладно, вам. Ты будешь моей женщиной, кто-то пишет в чате. Дураком. Надеюсь, это не для меня. А, там его нет, наверное, да? Стоит. Нет, я не мог бес выучить, потому что у меня не было шкатулки. Стол, Дима на стримле развлекает. О, мечей всяких. Конь, сбивай, давай, сбивай флаг наш. Не хочет. Я почти готов заезжать уже к вам. Никого нет? Эмели? Ох, как классно, прям на кусочки родной земли принял. Ой. Там доктор, он там была. Незаменимый боец. Пойдем, запилим дурика и закончим эту игру. Погоди, а квесты-то мы сделали? Я хочу еще пару флагов для настроения поднять. О, давай, она сбивает флаг, отлично. Замечательно. Ну что они сдают? Зачем? Нет, не сдавайтесь, я хочу еще флаг поднять. Оп, успел присосаться к флагу, пока этот идет толстый.
Витя. Так, ну поднял я, наверное, нужное количество. Надо сбить нужное количество. Я бегу к вам. Я же это быстронага. Одна нога здесь, другая нога там. Это недолго его ковырять было. Ну, принц вроде обратно бежит. Испугался настолько, что аж до базы добежал, да? Сейчас раз у нас его стилят. Да не, не помню. Москва. Нет, я помер. Стилят, не тури. Во мне, короче, фея сидела. Ну, пытался. Тебя убивает всех. Давай. Оп. Нагнетаю. Слушай, я так часто бить стал с тобой вместе. С тобой. Во мне. Ну-ну-ну, не надо, тут хватает ОЦ одного. Не проблема. Всю стату попортил. Вообще, ребят. Ой. Нет, дайте. Мой фланг, я хотел его сбить. Что вы творите? Я вот здесь оставлю. Тогда я пойду нанизу флаги сбивать. Блин, там уже принц. Ой, син. Блин, ну, в общем, вы поняли. Что делаем дальше? Че они не сдаются? Не знаю. Баюн? И баюна? Мы ж под драком, надо убить. А, мы под драком, точно. Я думаю, что у меня такие дамаги дикие. Следи за рукой. Попал. Монстр повержен. Напарник. Веди. Во, здесь еще один флаг поднялся. Я хочу его. Нет, Реф, не надо. Отдай мне флаг. На, тебе поднять надо? Я уже поднимался. Конечно, я знаю. Я 5 раз точно поднял. Кто поднимал? Тут конь. А вот его. Заедем. Ну, блин, страшно, там их 5. Ты во мне, я туда. Вон там, о, Диму, смотри, Диму смотри, принимают. Смотри. Пошли, пошли, пошли. Едем туда. Где они тут все? Вот они. Да, я пьяную тень нашел. Ты во мне, Рев? Я тебя чувствую. Я чувствую тебя дамагом. Изменилось совсем все. Он опять гомосики какие-нибудь будет говорить. Что за гомосятину вы тут стримите? Он во мне, ты во мне. На самом деле это те, кто будут так говорить, будут этими. Фух. Спели. Спотел, что ли? Да нет. Я просто думаю, переживаю, сделал квест или нет. Спасибо, мальчики. Гори, это какой-то драгон. Наверное. Дима, ты зачем 20 киллов настругал? Да хрен, воу, пошло ты. Я не уничтожил 5 флагов, но я захватил и убил вражеских солдат. Блин. Ну-ка посмотрим, а я? А я сделал квест! О-хо-хо-хо-хо! 5 флагов уничтожено почему-то.